Каршун, более известный как Акула, является давним врагом Лиги Справедливости. После непродолжительной битвы с Флэшем и Фуэрсой он был схвачен и отправлен в Бель-Риф, где присоединился к отряду самоубийц. Во время своей первой миссии их отправили сражаться с повстанцами. Акуле удалось убить одного из них, Скейла, прежде чем его столкнули с подводной лодки, на которой они находились. После своей первой миссии Шарка отправили на другую миссию, защитить президента страны. Во время этой миссии ему поручили работать с Финном, братом Скейла. Финн предал акулу и, используя свою аквателепатию, приказал акулам и рыбам в воде сожрать акулу, отомстив за своего брата.